Приветствую вас, мои дорогие зрители! Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня мы с вами вместе полистаем каталог Норхен от компании Oriflame. Норхен — это лимитированная коллекция ювелирной бижутерии, ультрасовременная, модная и очень стильная. И я вам покажу также комплекты, которые я приобретала ранее, покажу вам, как они выглядят спустя годы. Кстати, один комплект уже на мне, вы можете его видеть. И я вам расскажу о своих впечатлениях от коллекции. Приступаем к просмотру. Действие каталога вы можете посмотреть на корешке, на обложке с 15 февраля по 8 мая. Это означает, что с 3 по 6 каталог включительно мы можем заказывать из каталога понравившиеся нам продукты. Также важно обратить внимание, что в коллекции используются натуральные полудрагоценные камни, и все камни закрепляются вручную. Коллекция просто уникальная. Я вам покажу сейчас, как вы будете получать. То есть приходит в коробочках картонных, таких синих коробочках с серебристой надписью, а внутри каждое украшение лежит в отдельном мешочке с кисточками. Например, вот такое украшение как раз из предпоследней коллекции я заказывала, колечко, которое можно носить в разных вариантах. То есть надеть его вот так вместе, можно снять, сделать вот такое вот украшение, можно переворачивать, как нравится. В общем-то, миксовать его можно на разные руки, даже одно сюда, одно сюда. Украшение получается очень красиво, пусть оно на мне и останется. И также я рекомендую хранить украшения тоже в этих мешочках, чтобы они не царапались, не терлись друг от друга. Они так вам прослужат дольше. Все-таки помним, что это ювелирная бижутерия. И сейчас я вам покажу колье, которое купила первое, когда у нас только появилась коллекция. Впервые это было несколько лет назад. Я заказала себе ожерелье, которое меня покорило своей яркостью и необычностью. Много цепочек, жемчужины, бусины под золото. Это смотрится эффектно, и набор выглядит, то есть это вариант вечернего украшения, не на каждый день. Далее я приобрела себе вот такой набор с агатом, по-моему, это агат, могу, конечно, ошибаться. Мне понравилось то, что на шнурке смотрится стильно и достаточно все-таки легко, и можно носить как на вечер, так и днем в деловом стиле использовать, или с белой рубашкой. Очень красиво смотрится. И как раз серьги в этом комплекте, они несколько увесистые, то есть целый день не ходить тяжеловато. То есть это такой вариант, когда ненадолго, на 3-4 часа украшения носим. Далее я приобрела украшение в форме яблочка, то есть на цепочке. Яблочко украшено листком, лист усыпан кристаллами. Так здорово это выглядит. И серьги в этом комплекте вот так выглядят тоже, везде кристаллы, маленькие листики. Настолько приятное украшение, необычное, всегда на него обращают все внимание. Ну, в общем-то, как и на все другие украшения. Кстати, вот колечко я приобрела именно тогда, когда поняла, что настолько подходит этот вариант, как будто это один комплект, хотя украшение с яблочком я покупала давно. И еще одно украшение у меня есть, такое красивая подвеска на цепочке под серебро с синим камнем, с кристаллами, выглядит настолько эффектно, все тоже обращают внимание, всегда спрашивают: вау, где ты такое приобрела? На что я хочу обратить еще ваше внимание: в этом каталоге у нас добавились очки, несколько вариантов. Особенно мне понравилось то, что они такие легкие и тоже подходят под разные образы, разные цвета. То есть есть черные очки, очки смесь такого коричневого, рыжего. Где посмотреть цены? Очень важно. Смотрите, вы находите в каталоге код продукта, который вы будете указывать в бланке заказа, и его стоимость 1790 рублей.
и, конечно, количество баллов. От этой цены вы отнимаете 20%, если вы являетесь консультантом компании Oriflame. То есть все цены всегда мы находим на этой же страничке. Очки такие, и меня очень заинтересовали стильные очки с такими каплями интересными. Я думаю, что это будет очень выглядеть стильно, необычно. Хотелось бы, конечно, их померить, прежде чем приобрести. Если у вас такая есть возможность, обязательно пользуйтесь ей. Часы Фантазия, 3990 рублей. Тоже дизайн достаточно универсальный, светлый оттенок ремешка поможет сгармонировать с разными вариантами вашего гардероба, поэтому кто любит такие нарядные часики, обратите внимание. Что еще я заметила, новая коллекция, которая дополнилась к предыдущей, она более демократичная, я бы так сказала, более ее можно встроить в обычную жизнь. Вот правильные слова подобрала. Ну, я не могу сказать именно про колье фантазийный гранат, да, это более такое нарядное украшение с использованием эмали, яркий красивый гранат эффектный. И что особенно замечательно, серьги и кольцо в виде бамбуковых палочек соединения, это нарядно, это несколько необычно, настолько привлекает внимание, что вот, если честно, я сразу просто, как сказать, зависла на этих страничках, рассматривая все детали, как это все устроено. Такая приятная стрекозка сидит на веточке, она не сразу угадывается, но когда мы рассматриваем, понимаем, что это и экзотика, и лето, такая нарядная коллекция, очень необычная. Как подбирать колечко, я вам сейчас сразу покажу. В самом конце каталога есть размерный ряд, то есть вам нужно снять колечко, которое вы носите, и приложить его на те колечки, которые здесь нарисованы, и вы увидите свой размер. То есть то колечко, которое совпадет по параметрам, именно оно вам и нужно будет. Листаем дальше. Очень летняя такая нарядная коллекция, смотрите, с использованием насекомых. Там была у нас стрекозка, здесь у нас пчелка, которая вписалась так в сочетание цветка и камней, что ее даже сразу и не заметишь. Коллекция называется «Янтарный авантюрин». Можно подбирать себе один какой-то продукт, одно украшение, или компоновать, например, серьги и кольцо, или серьги и ожерелье. То есть красивее всего, эффектнее смотрится, когда два хотя бы есть продукта на вас, тогда это будет здорово смотреться. Следующая коллекция — цветущий кварц, тоже нарядная летняя такая лужайка цветущая, приятные оттенки, очень красиво будет смотреться нежно с белым нарядом, розовым, сиреневым. Старайтесь все-таки, чтобы ваше украшение было либо акцентным, либо оно вписалось гармонично в ваш наряд. Еще одни часики, вот эти, кстати, мне очень нравятся, потому что они более классические, без отвлекающих рисунков на циферблате, и очень такие деликатные и женственные. Красивая коллекция — часы Грация, ну, а название полностью соответствует. Очень изящные часы, называются «Исключительность» на золотом браслете, то есть они полностью соединены из часов, да, в браслет, очень гармонично все сочетается. Вот, а далее коллекция, посмотрите, какая она универсальная. Например, «Безусловная любовь» можно и с майкой, и с сарафаном, с рубахой, да, и под пиджачок, то есть можно гармонично ее встроить в свой гардероб. И за счет того, что здесь сочетание оттенков очень нежное, зеленый авантюрин, желтый кварц, розовый кварц, подойдут под разные варианты нашего гардероба. А вот изящное украшение, вдохновляющий кварц, настолько, мне кажется, это будет эффектно и ярко смотреться в деле. Мне нравится, когда камни не такие необработанные, и есть какой-то такой эффект недосказанности, незавершенности.
вдохновляющий кварц, он такой солнечный, настолько позитивный набор, мне кажется, и он тоже очень многим понравится и будет подчеркивать красоту и изысканность своей хозяйки. Жемчуг — это всегда красиво, эффектно, и особенно что мне понравилось в этом наборе — дизайн, как закрепили жемчужину в серьгах. Так оригинально смотрится, как будто какой-то эффект невесомости, то есть что-то невероятное, хотя выглядит, да, несложно, такое немного деталей, и вот в этом есть такая красота. Очень и красиво кольцо смотрится, очень на пальчике, здорово. Жемчужная роза, то есть жемчуг будет с легким розовым оттенком, красиво. А счастливый клевер — такой юношеский позитивный набор, кстати, мне он так понравился, и вот я сначала на него обратила сразу внимание и подумала: вау, то что нужно, такой вот легкий, необычный, цветочки, ну, то что нужно к моему характеру. Но больше всего мне понравился другой набор, я о нем сейчас вам расскажу. Так, следующий — вечный кварцит, тоже элегантно, просто, без лишних деталей, серьги и колье такими полупрозрачными таинственными бусинами, действительно красиво. Безмятежный амазонит перекликается, мне кажется, вот с этим украшением, тоже счастливый клевер, там цветочки, здесь в форме цветка, но этот камень в мятных таких оттенках, как же он просто вот оживляет эту коллекцию. Немного, да, его не так много, и благодаря этому все заиграло, заискрилось как-то вот здорово, даже не знаю, какие слова подобрать, но действительно нравится. Элегантное, простое украшение, которое дополнит летний образ, нежный летний такой воздушный розовый кварц. Как говорят, что это еще камень любви, если вы хотите влюбиться, найти себе пару, то вам нужно носить розовый кварц. Следующее украшение — это то, которому я расположена больше всего — неуловимый гранат. Серьги и колье в форме стрекозок, такие легкие, воздушные, и я люблю, когда длинные цепочки, на них подвески, вот чтобы это все так вот как-то в воздухе, да, шуршало, висело, и будет ощущение, как будто эти стрекозки летят. В общем-то, мое расположение больше всего к этой коллекции, настолько нежные и красивые, завлекалочки. И кстати, розовый кварц тоже элегантно, так женственно и по-девичье, и нежно, и необычно. И то, что сейчас модно, цепочки с такими крупными звеньями, очень впечатлило. И обратите внимание, что таинственный кварц, у нас серьги тоже гвоздики, как и стрекозки. Коллекция — весенний авантюрин. Кто у нас любит авантюрин? Тоже такой зелень, сочетание зеленого и золота всегда очень красиво смотрится, так нарядно, солнечно, по-весеннему, уже есть прям ощущение, что скоро-скоро весна, скоро все распустится, расцветет, появится такая нежная зелень. И в этой коллекции ожерелье, серьги и кольцо, очень необычный дизайн, хорошо постарались дизайнеры. А сейчас мы подошли к коллекции, которая у нас уже была, она дополнилась, и сразу открываем украшение, которое мне очень понравилось — выразительность соколиный глаз. Красиво все сделано, интересное сочетание черных камней и розового золота. И очень мне понравилось в этой коллекции использование шнурка, который выглядит как кожаный, да, под кожу, настолько стильно, дерзко, необычно, вызывающе, привлекающе, потрясающая коллекция с соколиным глазом. И необычная,
я бы сказала, даже дерзкая немножко и в то же время нежная коллекция «Звездный кварц». Ну, нет даже слов описать, насколько здорово продумали вот этот дизайн. Он какой-то сказочный, вот эти звезды, кристаллы, вплетается розовый звездный кварц, так красиво. Просто вот розовый кварц, он действительно очень украшает эту коллекцию. Часы и набор, состоящий из ожерелья, в него входит кольцо и серьги, лаконичный цейлонит. Тоже красиво сочетается черное, серебро и кристаллы. Элегантно, очень элегантно. Что-то очень страстное, страстный турмалин. Он действительно необычный. Здесь у нас змея вплетается вокруг ключа подвески, и на серьге мы тоже видим хвостик змеиный и ее глазки, которые сверкают красным турмалином как раз, да, такая охотница. Аккуратно с такой красоткой нужно быть. И часы, которые тоже дополняют у нас коллекцию с турмалином. Здесь мы тоже видим змейку, которая намекает на то, что время идет. И броши — это тренд сейчас, их такое огромное разнообразие. Броши украшают, подчеркивают, помогают сделать образ интереснее. И здесь у нас будет подкова с раух-топазом, бычок, символ года, бычок с диапсидом. Зеленый авантюрин украсил стрекозку, просто необыкновенно красиво выглядит. Очень деликатная улиточка с тигровым глазом, которая действительно будет так привлекать внимание. Она такая миленькая, необычная, ничего лишнего, но очень привлекает. И, о, как раз моя яшма, вы видите мое колечко, у вас была возможность его хорошо рассмотреть. Также, что интересно, каждая из нас получает украшение, и камень может, конечно, отличаться от того, который на картинке, потому что это полудрагоценные натуральные камни, естественно, что они будут разные, и кому-то достанется более красный, более теплый оттенок, где-то будут вкрапления какие-то неожиданные. Но вот у меня очень удачный вариант мне прислали, то что здорово сочетается с моим украшением, то есть здесь нет лишних каких-то вкраплений, и поэтому они здорово смотрятся как единый комплект. Также у нас колье и серьги, мерцающая шпинель, усыпано все разноцветными кристаллами, черные, белые. И сочетание розового золота, конечно, все это смотрится очень элегантно и эффектно. Далее, мистический обсидант, такой действительно мистический, эффектные серьги, необычные, но скорее это более вечерний вариант. Набор колье авангардный сардолит, колечко, серьги и подвеска. Сама элегантность, то есть это деловой образ, очень женственно. Я думаю, что лучше подойдет для взрослой женщины, которая любит деловые наряды. И волшебное ожерелье, жемчужный кварц, оно подчеркнет вашу красоту, когда вы поедете на банкет директоров. Я считаю, что это украшение, оно очень даже праздничное, свадебное даже, можно сказать. Настолько оно красивое и изящное. Гламурный топаз, элегантный набор. Далее колье, серьги и браслет, элегантный тигровый глаз. Кстати, тигровый глаз, он камень необычный, он полупрозрачный, и при разном освещении он выглядит всегда по-разному. Набор вечерний раух-топаз, тоже вечерний, однозначно праздничный вариант. Необыкновенный опаловый кварц, набор состоит тоже из трех предметов: серьги, кольцо и кулон с эмалью,
То есть вот эта эмаль невероятным образом подчеркивает красоту камня. Набор, конечно, выглядит настолько невероятно красиво. Тоже меня он привлекает, привлек мое внимание. И далее в каталоге вы можете посмотреть уже как мелкая, да, напечатана уже прайс, сравнить цены, выбрать, что вам больше понравилось. То есть здесь такая вот удобная как послесловие, чтобы, да, все еще раз посмотреть и вспомнить, что же вы хотели для себя заказать, чем себя побаловать. Я вас благодарю за внимание, желаю вам исключительно приятных покупок. До новых встреч, и буду рада, если вы напишите, что вы выбрали для себя. Ну а свой секрет я уже раскрыла. Мой комплектик здесь в виде стрекозок. Так что будем с вами встречать весну с новыми украшениями. Всего вам доброго, пока-пока!